тоже. Как снимаешь напряжение между этап? Занимает должность технического комиссара, между прочим. Еду такой на тренинг, здесь гонка чья-то, гонка. Гонки гонять будут. Мощь. Так, короче, еду на BMW. Тут чека нет. Тут чек есть. Все при делах. Я в команде мерче. Тачка только что вы видели. Едет зеленая. Мне бы, конечно, подошла бы зеленая футболочка, но под цвет тачки. Но Леха сказал, у нас их мало, не дам, зажал, короче. Ну, на самом деле, футболок действительно мало заказывали, это была пробная партия. Поэтому успевайте приобретать, там где-то есть в закрепе или где у нас в Инстаграме. Вся информация, сколько стоит, какие размеры там и так далее. Ну а кто еще не знает, завтра я принимаю участие в новосибирских соревнованиях в кубке Дрифт Лето, который проходит на Нордмолле. Участвую я на, наверное, самом слабом автомобиле, поэтому проверим, посмотрим, что играет роль, мощность или опыт и скилл. Приходите, смотрите, пацаны там сделали очень бюджетные, лояльные билеты. Поэтому приходите, болейте. Всех буду рад видеть.